Предлагаем вашему вниманию экспресс-обзор метеостанции TFA View, состоящей из базовой станции и трех выносных датчиков, с радиусом действия 60 метров в прямой видимости. Основные измерения. Температура, влажность и атмосферное давление. Данные отображаются в числовом виде. Единицы измерения. Гектопаскали для давления, градусы Цельсия или Фаренгейта для температуры, проценты для влажности. На основе этих данных строится прогноз погоды на ближайшие 12 часов, который отображается на экране в виде соответствующих пиктограмм. Как видно, станция имеет строгий минималистический дизайн, как говорится, ничего лишнего. Оснащена контрастным монохромным дисплеем, подсветка дисплея не предусмотрена. Три выносных датчика выгодно отличают эту станцию от других в своем классе. Например, один из датчиков можно расположить в детской комнате и таким образом контролировать ее микроклимат. А благоприятный микроклимат – это не только комфорт, но и профилактика различных заболеваний. Для каждого датчика есть свой канал связи. Чтобы выбрать нужный канал, необходимо установить в соответствующее положение специальный переключатель внутри батареечного отсека каждого из датчиков. Станция фиксирует максимальные и минимальные значения влажности и температуры от каждого из датчиков. А также специальными стрелочками указывается тенденция изменения температуры. Кроме того, станция показывает текущее время и дату. Также есть будильник. Если позволяет ваше географическое место проживания, можно включить режим радиоконтроля часов. Базовый блок и выносные датчики питаются от обычных батареек типа размера 3А. По две батарейки в каждое устройство. Питание от сети не предусмотрено. Итак, перед нами добротно сделанный метеоприбор. Качество исполнения корпуса на высоте. Три комплектных датчика делают его весьма полезным приобретением по умеренной цене. Метеостанция может быть уверенно рекомендована к покупке. Она отлично подойдет для контроля микроклимата в четырех местах одновременно.